Крупное ДТП произошло вчера вечером в Нижнем Новгороде. Внедорожник Volkswagen выехал на встречную полосу движения и врезался в Хонду. Известно, что в результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Хонды. У первого сломан нос, пассажирку зажала образовавшейся от удара гармошкой. В это время собравшаяся толпа требует публичной расправы над владельцем внедорожника. Гнев народа понятен, мужчина был сильно пьян. Виновника ДТП отвезли в городской отдел ГАИ. От медосвидетельствования в отделе полиции он отказался. Оказалось, что до того, как устроить эту аварию, черный внедорожник стукнул еще две легковушки и скрылся. Ранее водителя уже лишали прав за оставление места ДТП. Сейчас ситуация куда серьезнее. Отказ от медосвидетельствования приравнивается к пьяному вождению, и наказание за это аналогичное. До 2 лет лишения прав и 30 тысяч рублей штрафа. Объясню ситуацию. На площади Привокзальной 5 совершил 2 выездных ДТП, после чего произошло механическое столкновение у нас с Honda CR-V. Произошло ДТП, лобовое столкновение. Водитель был задержан, там приехал наряд ДПС, то есть, соответственно, имеется запах алкоголя изо рта и иные признаки состояния опьянения.